Всем привет! Сегодня у нас второй видеообзор по проекту CryptoHagen. В первом видео я более детально рассказывал о проекте. Если еще не смотрели, то обязательно посмотрите. Там я рассказал, о чем данный проект, в чем его плюсы и почему стоит инвестировать в него. Сегодня мы более детально разберем их токен и посмотрим на IO, как я расскажу вам, как принять участие в их IO. Так что поехали, давайте перейдем на их сайт. Ну что ж, вот мы и на сайте проекта CryptoHagen. Давайте для начала посмотрим вообще, как у нас будут распределены токены и как будут распределены средства, собранные с IO. Давайте посмотрим сначала на токены. Ну, основная часть, конечно же, у нас пойдет на продажи, то есть это 60%, это 150 миллионов токенов. Также 18% у нас идет для развития компании, это 45 миллионов. 16% токенов будут размещены различных фондов учредителей. Ну и 15 миллионов токенов для частных инвесторов были зарезервированы. А как же у нас будут потрачены денежные средства? Основная часть пойдет, конечно же, на развитие проекта. Также это 40%. На маркетинг уходит у нас 25%. 15% пойдет на безопасность, 10 это платежная ведомость, 5 прочие растраты, ну и также 5 на различные юридические растраты, на легализацию и так далее. Для того, чтобы нам стать участником данного IO, нам необходимо зарегистрироваться на бирже Systemcoin. Вот она у нас, эта биржа. Здесь есть такой раздел как раз таки с IO, который сейчас у нас проходит на данной бирже. Здесь вот из списка мы выбираем CryptoHagen. Также выбираем, за какую валюту мы будем приобретать биток либо эфир. Вот она и здесь есть, да, и в эфире есть. Ну, допустим, давайте мы выберем в эфире. На данный момент цена, как мы видим, 18 центов. Заканчивается она уже скоро, то есть завтра уже у нас получается конец 23-го. Стартовала она у нас 23 апреля, то есть в течение месяца. Бонус, как мы видим, 20%. Ну и, допустим, вот я уже вел, да, хочу купить 1000 токенов. И мне это обойдется почти в 0,7 эфиров. Или на данный момент по курсу эфиров это 180 долларов. То есть вот такая вот у нас стоимость. Ничего сложного, просто проходим регистрацию на бирже Systemcoin. Выбираем проект, в который хотим инвестировать, CryptoHagen, да, и уже нажимаем кнопочку «Купить токены АКУ». И все. Я думаю, что с этим вы справитесь. И, кстати говоря, сразу же после IO как раз таки они начнут и торговаться на данной бирже. И я думаю, что мы сможем поймать пару иксов. Так как сейчас IO достаточно популярная штука, достаточно хайповая. Поэтому я думаю, что мы сможем неплохо заработать. То есть у нас вообще число токенов, токен supply, да, это всего 250 миллионов, что достаточно мало, это маленькая цифра. То если вы часто смотрите мои обзоры, то не часто попадается такая цифра. Обычно там токенов близко к миллиарду, либо там полмиллиарда, а здесь всего 250 тысяч. Поэтому я думаю, что цена должна вырасти достаточно хорошо. Ну что ж, надеюсь, вам все понятно, как инвестировать. Это достаточно легко. Ну и посмотрите мое видео, и думаю, разберетесь. На этом я завершаю свой обзор. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Всем пока!